Пробуди из Кыргызстана, Божий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции. С нами да благословит вас Бог обильно всю вашу семью. Сегодня вторник, 23 января, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Он нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Господь, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, Господь, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать, за то, что Ты, мой Господь, всегда заботишься о нас, о нашей семье. Спасибо, мой Бог. Ты все для нас. Сегодняшний день мы отдаем в Твои святые руки. И просим, мой Бог, чтобы Ты нас направил. Тебе, мой Бог, мы отдаем все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Все, что нам нужно делать, все отдаем Тебе. Мы верим, что с Твоей помощью, мы верим, что с Твоим направлением все у нас будет хорошо. Господь, дай нам мудрости, дай нам силу, будь, мой Бог, с нами, и я прошу во имя Господа Иисуса Христа, чтобы, мой Господь, этот день был для нас успешным, благословенным во имя Иисуса. Мой Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия, от всего негативного. Мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Мой Бог, молимся за нашу страну. Господь, каждый день мы просим, мой Бог, за Кыргызстан, за нашу землю, за наш народ. Господь, мы просим, благослови нашу страну. Да будет, мой Господь, в нашей стране спасение. Да будет, мой Господь, в нашей стране Твое благословение, Господь. Да будет, мой Бог, в нашей стране исполнение Твоей воли. Мы провозглашаем, что наша страна будет процветать. Мы молимся за другие страны. Каждый день, мой Бог, люди молятся с нами из разных точек этого мира. Мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил. Мой Бог, мы молимся за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И просим, мой Бог, да будет мир, покой, защита Твоя там, где Твой народ находится. Мой Бог, мы все отдаем в Твои святые руки. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Я верю, дорогие друзья, что наша молитва была услышана Господом и что Он уже благословляет каждого
из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Вы верите в это? Да будет так. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Пожалуйста, обратите ваше внимание, мы вместе сейчас прочитаем вторую книгу Паралипоменон, и мы прочитаем 25 главу, 8 стих, где в Слове Божьем написано вот так. «Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо и есть сила у Бога подержать и повергнуть». Дорогие друзья, для того, чтобы вы смогли победить в своих битвах, не зависите от молитвы пастора, духовного наставника, людей. Не зависите ни от кого, кроме Бога. Конечно, мы молимся за вас, за вашу семью, но я имею в виду, что вам нужно понять, что не от меня к вам идет победа, но от Бога. Это Он тот, кто благословляет нас. Не ждите никого, будьте сильны. Необходимо быть мужественным, чтобы Бог был на вашей стороне в битвах. Бог и является Богом не трусливых, а смелых. Смелые знают, в кого уверовали, как написано в Библии, что Павел сказал. Слава Богу за битвы, потому что они показывают, кто трусливый, а кто мужественный. Именно битва показывает, на какой стороне вы находитесь, какую сторону выбрали. Кто от Бога, ничего не боится. Он не боится битвы, он не убегает от нее. Он знает, что победить в битве необходимо действовать и зависеть только от Бога. Действовать и быть сильным. Вот рецепт, дорогие друзья, чтобы получить помощь от Бога. Твердо стоять на ногах перед врагом и завоевать победу. Аминь? Подумайте об этом. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И я приглашаю каждого из вас присоединяться к этой молитве. Каждый день вы увидите, как Бог вас благословит и даст вам. Я верю в этом году победы, успех во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, если это слово вам помогло, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. Ваш комментарий, добавьте вот эту фразу. Я знаю, что для того, чтобы завоевать победу, мне необходимо зависеть только от Бога и действовать по вере. Аминь? Да, это точно. И таким образом вы будете побеждать. Аминь. Дорогие друзья, сегодня в 18:30 у нас онлайн-служение за восстановление здоровья. Если вы хотите участвовать вместе с нами, напишите нам на WhatsApp, мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли молиться. Я верю, что наш Бог, Он великий. Время чудес не прекратилось. Он продолжает, наш Господь продолжает действовать в жизни, конечно, тех, кто верит. И вы можете участвовать с нами. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью. Хорошего вам дня. Идем вперед. Будем зависеть только от Него. Сюда пришел тебя искать, всю жизнь тебе отдать, как жертву.